вопрос к вам. Вот задай вопрос, который сейчас задал. Что, почему раньше? Почему-то раньше дату с вами. Почему? Не встретились. Не встретились, да. Почему же ты мне не встретилась, юная, нежная? Песня поется такая. Так вот, и мне как раз этот вопрос к вам. А как мы впервые-то, где мы друг про друга узнали? Поближе к дороге держитесь. А это я вот в поиске всех вопросов-то был. Как? Ну, искал ответы на вопрос. Вот у меня много вопросов духовного порядка, они меня вот просто вот... Отношение церковь, крещение, все-все-все. И раз ролик включаю, и там Златоуст потеряю. И я смотрю ролик так, потом для себя говорю, ну, 17 век, и дальше пошел. То есть не тронуло? Не тронуло. Я вам не показался? Не, это, и этой же ночью я просыпаюсь, этой же ночью. Пошел, включил компьютер, нашел этот ролик. Давай слушай. Потом второй. Как Артаксеркса, Бог отнял сон. Да, потом третий. Потом с работы приезжаю. И я вижу, что я нахожу те вопросы все. Что находишь? Все ответы на вопросы. А-а-а. Потом. И вижу, что вы не заигрываете. На сайте. Да, я же на форумке. 4124 вопроса-ответов. Рассказывает Александр Сергеевич, как мы познакомились здесь. У него в душе все время жажда была найти ответы. И он в интернете на меня наткнулся. Его не тронуло первый раз, прочитал. А лег спать, его опять потянуло. А меня Глушков привел. Пошли, пошли. Познакомил с Игнатием Тихоновичем. Я когда сюда приехала первый раз. Не останавливайся. Когда я услышала, вот первую беседу у меня с ним была. Пойдем оттуда, меня, по той дороге. У меня слезы текли вот ручьем. И один вопрос только долбил в мозг. Почему я раньше этого не слышала? Почему я раньше этого не слышала? Больше никаких вопросов не было. Все. Думаю, если бы вот это раньше услышать, скольких проблем можно было избежать? Скольких бы ошибок не сделать? А вот для этого и должно, наверное. Мы должны это пережить, а потом встретить. А если бы не пережить, мы такими бы не стали. Если бы мы это не пережили. Но опять же, Господь-то по-разному ведет. Некоторых... Кого любит, того и наказывает. Нет, некоторых ведет чуть ли не с младенства. У нас, помните, Игнат Тихонович, были эти... как ее Оля звали? Ой, как же их фамилия-то? Забыла, как фамилия. У них девочка уверовала. Потом привела маму и сестру. И вот так вот, понимаете? То есть ребенок привел к Богу мать и сестру. Я тоже так думаю. Когда я встретил Евангелие, Библию, почему я раньше не встретил? 23 года пришел уже. Я ходил рядом. Меня Бог хранил. Почему? А вот так у Бога все это вымерено для нас, для каждого. Вон, Вася, посмотри, какие машины пришла. Это что он привез? Опилки. Опилки? Угу. Он же будет заливать как, опилки с цементом. Опилки в местах бетон, да? Да. Оно... Он уже каркас на том сделал. Теперь стены будут возводить. Зимовать собирается в своей. Ну и вот дальше я стал находить ответы, и что? Да, а потом... Ну, наверное, так. Нигде вы не восставали, не спорили? Не, я же, когда услышал, что ваш, если кто много спорит, то, значит, ничего не знает. И я не стал спорить. Да. Я начал лучше познавать. Искать. И меняться начал. А потом раз, и раз мы с вами скайп. Скайп. Мой мир. А вы такие, о, ты какой. А я уже потом... И после скайпа сразу все, борода расти начала. То есть я упрекнул вас, что вы без бороды. Да, и сразу после скайпа... А потом, помните, я вас на дороге когда встретил? Ну, еще бы. И Николай Кручина говорит, брат. Слушай, а... И он такой мне вопрос задал с подковыркой, а я сижу, и мне стыдно ответить на него. А Игнат Тихонович подходит так, как свет меня стоит, и говорит, да, ты не знаешь, какой он был. Я думаю, Господи, он меня как бы воздел.
И вот сегодня у нас 5 августа 2015 года. Мы идем по улице имени Марии Лапкиной, нашей матери. Это не просто так, это официальное название. Я знаю. Вот. Как расспрашивали, это утверждал, я не знаю, кто, какой район или краевой совет утверждал название улицы. Там архитектурный отдел. Почему? Потому что она была мать, родившая и воспитавшая 10 детей, жена инвалида Отечественной войны, и она первая сюда приехала заново восстанавливать Потеряевку. И тут она почила. Я это предложил им, и они это утвердили. Это официальное название. Вот по этой улице идем. Вот мы идем. У меня одна голубятня, вторая. Сейчас увидите. Я никогда не думал, что буду здесь посмотреть. Вот даже не представлял. Как Андрусенко никогда не думал, что он приедет сюда, брат, креститься. Да. А я хоть креститься-то хотел ехать сюда именно. А он же, видишь, Бог отводил священников от него. Отводил. Да. Один было согласился, но только за деньги. Ну а я говорю, нет, ты беги от него, как от волка. Вот у меня, видишь, под замочком. Да. Там голуби, а вон вторая вылезли. Посмотри сколько. И там потеряли, в этом напугнуло тоже. Да, тут около 30 штук. А было же мало, Виктор говорил, что 13 оставалось. Да, вот это за лето. Столько много? Да, они очень сложливые. До 5 выводков даже. Ого, а это не знаю. По паре. А 5 выводков это, а в паре 10. Это мусульмане. А собаку потом сюда приводите, да? А? Собаку сюда потом приводите? Да, привезут собаку сюда. Она Никита приведет. А-а-а. Мы договорились. Видите, как я вас ожидал? Все выкосил, тут трава росла, чтобы вы легко заехали. Вы когда сказали, что подъезжаете, в душе у меня такое ликование было. Господи, все молитвы приняты, все отвечено, да. Несмотря на тысячи врагов, как они скрежещут зубами попы, лютые волки, прям ненавидят, где вот попов нету, совершенно нормально принимают, беседуют, священник придет, клевещет и ничего не может показать. Вот знаете, вот сейчас Почаева, мои книги там разбирали, сейчас сообщает из Одессы, говорит, ничего нету, то есть кончилось ничем, ничего не нашли. Знаете еще, что мне, вот вы про храмы сейчас сказали, когда мы разговаривали. И вот мы заметили такую тенденцию. Приезжаем в город, там, любой город, и строится линейка магазинов, там, Леруа, там, еще вот эти, вот этой марки. И обязательно храмик поставлен. А на храма, на заборе храма уже рекламы висят. Да. Вот и меня как-то вот это так, это, какой-то осадок. Это бизнес, церковный бизнес. Ну вот я не хотел говорить слух, но это так же. Но главное то, что вот где вы были, вы видите, какой, как отношение какое. Он ничего не может, он на внутреннем взводе, он знает, что тут обличительный голос пророческий. И он его жжет. Не надо, не надо, он беснуется. Так я же говорю, с кем бы ни разговаривать. Вот, давайте, вот ящик книг стоит, коробка. Давайте, да. Вот какой том вытаскиваете? Скажите, какой том? Вытащу сейчас и да, посмотрите. И скажите, что здесь не так. Да. Не надо. Не надо. То есть они не могут подтвердить ничего. Ничего. А вот. Что там подтвердить? Там, а знаете, там самости нету. Мне вот что всегда вспоминается слова Исидора Пелусиота. Он говорит, предвзятость, то есть заранее настроенность, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот это относится к священникам, которые невозрожденные, они летуют. Он бы сказал, это единственный путь покаяния, единственный путь рождения свыше. А он не знает, вот ко мне подойди, я благословлю. В храме снимать нельзя, он, идите к настоятелю, к нему никто не идет. А охота снять, когда он бы наоборот рад, я тебе заплачу, если ты снимешь икону, распространишься. Нет, и подошел, но он даже и деньги не берет, а только к нему, чтобы подошли. Благословите. Все, благословил, могу ходить, снимать по храму, нужды тогда никакой нету. Понимаешь, что это, а иногда там поставят какая-то цена, 10-20 рублей, что если я буду снимать иконы. То есть даже безумием нельзя назвать. А сатанелость к деньгам, корень всех зол сребролюбия. Жиды, так они жиды в рясах у нас толкутся. Неверие.
Так, сейчас вы пойдете в лагерь, наверное, поужинаете. Да не, мне сейчас надо собрать сумку. А, ну, давай, сейчас... все соберу. Вещи. А что собирать-то? Да она грязная, ее почистить, она же в пыли вся. Кто? Сумка. Сумка, да. Очищу сейчас. Нашел о чем. Брат, куда поставить? Ну давай, вот сюда к стенке. К стенке его, говорит, или повесить. Портрет Ленина в руках держит. Куда его, говорит, к стенке или повесить? О! Вот подходим мы сейчас, смотри. Гляди, вот сейчас подошли. Даже не знаю, кому отдать это ведро. Ого. Пока мы ходили на занятия, это сказать с вами, благовестником. Спаси Христа. Вот сколько можете возьмите себе? Да не, Игнат Тихонович, ну что я с собой поменял? Александр Сергеевич, ну, не, понимаете, благовестником, это вы благовестник-то, а я-то... От кого я благовестник-то, от кого? Не от самости же своей, от Бога. Почему не взять-то, посмотрите какие. А мы поедим их. Это может быть даже моя сестра принесла, у нее крупные такие. Вот. Или Люба, которая шла одна. Мы поедим. Это удивительная женщина, одна 5 коров держала. Спаси Христа. Ну так возьмешь? Кого? Я поем здесь. Ну поешь. Все тогда. Сейчас я сумку возьму, почищу. Вот а что с котом случилось? С ним ничего не случилось. Он очень породистый кот. Вот с тем. Он очень породистый. И у него все стало вот таким вот потняком, как валенок, вокруг. И ничего не могли сделать. Обстрелить пришлось. А он у меня там охранял. Он за красоту. Да я знаю. И батюшка пришел и помог мне его остричь. А это его сестра. Вот она какая. У нее поменьше шерсть. А у него шерсть очень длинная. Он на чердаке был, скатался. Ну, как вот голенище валенка. И он там, ему не поцарапать, там клещ, все угодно. Ну и кое-как, маленько убрали. Он не больной, ничего. Да я вижу, что не больной. Я подумал, что собака... Нет, 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 он совершенно нормальный. Это плата за красоту. Ага. Вышагивает. Чего согнулся горбом кверху-то, а? Тебя считают за больного? Нет, я не... Он мышей ловит, хорошо. Я не за больного посчитал, а посчитал, что... О! А это их мать рыжая. От рыжей-то они. А кот белый, так только одни ушки от матери-то перешли. Сегодня приехали, а там черный кот. Я пряник расщипал ему. И у нас там? Ну, на ползного. Ну. В церкви забыли его. Так, а Валера-то где след от вас? Все на ползунова приехали. И Сергей-то что-то говорил, когда он приедет? Сергей, наверное, завтра приедет. А? Завтра, он хочет пожить здесь. Ну, отлично, он как раз и нужен здесь. Он до 1 сентября свободен. Нам нужно срочно начинать сейчас по дамбе. И он говорит, я поеду в Потеряевку, поживу в Потеряевке. Прекрасно. Отдохнуть хочет. Так, посмотри, что, свою рубахи не забудь. Ничего не забудь. Ничего. Развесил, собирай сейчас же. А забуду, на будущий год заберу. Ну, нет. Не найдешь тогда. А как Михаил Калимаев забыл видеокамеру здесь свою? Видеокамеру? Он приедет. А? Он приедет зимой, может, заберет. Этот раз забыл?